времени очень важно услышать комментарий Юрия Бирюкова. Он касается, я надеюсь, он будет касаться не только ситуации с Новой Одессой, о которой, вполне возможно, вы не знаете. Ну, действительно, человек сравнительно новый в николаевском политикуме. А и вообще вот все это истории со сменами глав администрации. Я вас прошу от людей. Все, Юрий Владимирович, пожалуйста. Давайте мухи отдельно, котлеты отдельно. Глава территориальной областной организации партии, любой партии, не может менять глав районной госадминистрации. А советник президента? Точно так же. Могу посоветовать? Совершенно верно. Посоветовать? Да. Да. То есть насчет Иванченко и Требухи вы посоветовали? Требуха был со мной на Майдане, он чуть не погиб, вы понимаете, в Киеве. Он был со мной, я знаю так. Этого человека очень хорошо, это порядный человек. Хорошо, а вот этот финансировал антимайдан. Юрий Владимирович, подождите, все. Мы затянем эфир, и придется нам на полуслове прерываться. Юрий Сергеевич, пожалуйста. Я просто хочу понять, поскольку было очень любопытно, что вы не комментировали заявление главы администрации. Это не было заявление главы администрации, ну, при котором мы сидели и кивали головой. Это заявление, которое прозвучало исключительно из ваших уст. Угу. И не было никаких других комментариев со стороны Вадима Ивановича Мерикова. Я понимаю, что к этому все-таки есть некоторое, может быть, косвенное, может быть, очень отдаленное, может быть, совсем такая, знаете, воздушная, но все-таки ваша причастность. Поэтому вот я хочу спросить, почему по поводу этих людей вы говорите о том, что они... Ну, было бы странно, если бы Требуха или Иванченко нашел общий язык, советом в значительной степени состоящим из регионалов. И в то же время совсем ничего удивительного, что руководитель партии регионов, городской партии регионов в Новой Одессе Вербин находит общий язык со своим советом. Так скажите, пожалуйста, что является критерием для руководителя районной администрации, с вашей точки зрения? Ну, во-первых, цифра 7 там далеко не финальная. И цифра меняется постоянно, как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения. И просматривать будем кандидатуры по другим районным госадминистрациям в том числе. И где-то решение будет принимать Вадим Иванович в ту или иную сторону. Наша задача сейчас, перед нами была поставлена задача просмотреть ряд кандидатур и оценить, насколько мы с этими людьми сможем сотрудничать с точки зрения партии БПП «Солидарность». Что, собственно, было сделано? Что, собственно, было озвучено? Ни больше, ни меньше. До сегодняшнего дня.